Благотворительный концерт был посвящен очень важной миссии – сбор средств маленькому мальчику Артемке, который из-за врачебной халатности оказался в беде. Родителям огромная сумма на лечение сына оказалась неподъемной, ведь в семье Колесниковых растут еще 4 замечательных ребенка, которые радуют папу и маму. И им очень хочется, чтобы Артемка также смеялся и резвился. На помощь семье пришли общественные организации, артисты и певцы, и просто неравнодушные к чужому горю брещане и гости города над Бугом. Наша маленькая концертная площадка переросла в самую большую площадку города Бреста, потому что это уже 3-е сегодня мероприятие в помощь Артему Колесникову. А у нас артистов столько, что мы продлили эту акцию, несмотря ни на дождь, ни на что. В то воскресенье мы перенесли на это, потому что все артисты не успели выступить. И они не то, что ушли просто и все. Нет, они сказали, они предложили выступить в следующее воскресенье. Они предложили помочь. Для нас это очень много значит. Мы безумно благодарны тем людям, которые организовали концерт, которые помогают нам. Они дали нашему ребенку возможность встать на ноги и почувствовать все радости жизни. Мы очень им благодарны. И низкий поклон от нашей семьи и всем людям, которые помогают нам. Во время концерта любой желающий мог поучаствовать в таком добром деле, пожертвовав любую, даже малую сумму. Так частями получается оплатить лечение Артема Колесникова. Известные брестские певцы и артисты, как мэтры, так и начинающие, выступили на сцене. 2 юные звездочки белорусской эстрады, Вера Ярошек и Ангелина Пипер, несмотря на свой юный возраст, понимают всю серьезность диагноза мальчика, поэтому с радостью успели, чтобы помочь Артемке радоваться жизни. Главное — помочь Артему, чтобы у него все было хорошо, чтобы у него жизнь была счастливая, как и у всех нас. Я с радостью участвую во всех благотворительных концертах, чтобы помочь. Я не участвую так просто выступить, чтобы меня запомнили, чтобы ударить людям радость и улыбки. Подобные мероприятия – это хороший повод задуматься о том, что иногда даже самая малая помощь может оказаться важной. Первый транш на лечение мальчика уже пошел и принес улучшение состоянию здоровья. Все средства, собранные за время проведения концерта, будут переданы родителям Артема Колесникова. Возможно, благодаря этой помощи на планете станет на одного счастливого человека больше.